Всем привет! В сегодняшнем небольшом обзоре хочу продемонстрировать очередной экспонат моего гаража. Мотоцикл ИЖ-49. Мотоцикл 57-го года выпуска. Состояние его, скажем так, грустное. Крашеный, возможно, даже не один раз. Переднее колесо явно от другого мотоцикла. Ну, так же, как и боковая подножка. Ну, в целом, комплектный, исправный. Что немаловажно, рабочий, полностью, в абсолютно рабочем, исправном состоянии. Такая, например, какая-то распредкоробка, оригинальное зажигание, все это все работает. Я его купил на Новый год. Ну, или после Нового года, или перед Новым годом. Одним словом, вот там, в праздничные дни. Попался на сайте в моем же городе. Скажем так, стоил достаточно небольших денег. Но и опять же, не было никаких затрат на перевозку, на транспортные компании. Поэтому как бы я его купил, даже просто не думая. Привез. Поставил. Стоял тут. Я его помыл. Немножко. Прочистил карбюратор. Заменил шланг. Между карбюратором и краником. Краник продул. Залил бензин. Поставил аккумулятор. Он завелся. Буквально 3-4 раза я ширкнул кикстартером. Он завелся. Ну и мне так и говорили, что он исправный. Просто лет 20 простоял. Без движения. До этого он постоянно, им постоянно пользовались, на нем много ездили. Он ездил очень долго. Ну, даже, скажем так, если ему 64 года, минус 20, 44 года. 44 года он отбомбил этот мотоцикл. Ездил и ездил. Ремонтировали, наверное, неоднократно, но... Ездил. Ну, мне, конечно, он не нравится в том состоянии, в каком он находится сейчас. Ну, как бы я не мог не купить его. Мне потому что как бы было интересно. Вообще, у меня было несколько мотоциклов 49-х. Хорошего не было ни разу. Такого, чтобы, как говорится, устраивал меня. Но все время, естественно, мне хочется заобладать хорошим, четким 49-м. Этот мотоцикл я сегодня завел. Дал ему поработать, я на нем даже попробовал тронуться на первой и второй скорости. У меня гараж длинный, я даже на нем тут по гаражу прокатился, скажем так, чуть-чуть. Работает. Все переключается. Ручная кулиска тоже работает. Все везде. После этой своей болтовни я снял видео с запуском. Посмотрите, как работает. В принципе, даже не особо-то и гремит. Заводится прям с первого нажатия. Горячий заводится вообще без проблем. Холодный. Одно-два нажатия. Все, работает. Поэтому прям вот этим он меня удивил.
комплектный весь. Все штучки, ну, в большинстве, конечно, ножки все он расхлябанные, резинки, ну и краска вся такая не очень колхозная, пыльнули он из пылесоса из какого-то, конечно, по-хорошему перекрасить, весь разобрать, от песка строить, красить, ну, я думаю, что, скорее всего, я этим не буду заниматься. Я, скорее всего, его продам, потому что не совсем то, что мне надо, и то, что мне нравится. Но факт остается фактом. Если он у меня достоит до тепла, я обязательно на нем покатаюсь. Очень ездопригодная техника в абсолютно исправном состоянии. Ну. На этом буду заканчивать. Обязательно посмотрите видео работы. Все, всем пока. Запуск ИЖ-49. 1957 года выпуска.